Добрый вечер. Нам очень приятно, что вы все пришли. И сегодня в рамках Манды и Драмер мы представляем свою новую пластинку, которая называется «Органология». Вы можете нас поздравить. Это первый и пока единственный записанный диск с Хаммонд органом в России и в СССР бывшем. Меня зовут Александр Зингер, на органе играет Владимир Нестеренко, и на гитаре Максим Шибин. И мы начнем. Мы сыграем композицию Владимира Нестеренко, которая называется «Органология». Thank you.
Сейчас мы сыграем также композицию Владимира Нестеренко, которая называется «Там, где нас нет». Это такой очень приятный для души джазовый вальс. Thank you.
там, где нас нет, Владимир Нестеренко. Следующая композиция очень интересная, увлекательная. И тот человек, который в перерыве мне между сетами подойдет и скажет правильную форму этой композиции, то есть размеры, которые присутствовали в теме, тому я подарю диск наш. Только диск. Песня называется «На короткой ноге». Владимир Нестеренко. Thank you.
Спасибо. Сейчас будет очень познавательная история, сыграна нами и написанная Владимиром Нестеренко, как обычно, за сегодняшний вечер. Не меняется наш композитор. И мне надо прочесть это название, потому что главное не упустить ни одного слова. Композиция называется так. «Учись хорошо, сынок, и когда-нибудь, возможно, твоим именем назовут улицу».
Вот такая вот песня. Спасибо. И в заключение первого сета мы хотим сыграть вам композицию, которая называется «Fascinating Rhythm». Ее написал Джордж Гершвин и аранжировал Владимир Нестеренко. Thank you.
Спасибо. Мы сделаем небольшой перерыв и продолжим. Спасибо. Итак, мы продолжим. Есть парень, который ответил на вопрос, который я задал, и я хочу вручить ему диск, прошу его подняться к нам на сцену. Я, к сожалению, не знаю, как его зовут. Аплодируем его. Продолжим наш концерт композиции Владимира Нестеренко, которая называется «Встретились, поговорили». Thank you.
Спасибо. Следующая композиция называется «Еще два пива». Написал ее также Владимир Нестеренко. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали музыкантов. Это мои близкие друзья, и мы вместе играем очень много. Максим Шибин, гитара. Владимир Нестеренко, орган. Thank you.
Пиво принесите, пожалуйста. Следующую композицию мы сыграем известной группы, достаточно известной группы. Ее написал Джордж Харрис. Харрисон. Который называется Something. Аранжировку сделал опять-таки Владимир Нестеренко. Спасибо.
Спасибо. И напоследок мы сыграем замечательную композицию Владимира Нестеренко, такая шуточная песенка, которая называется «Коляска».
Thank you.
Спасибо. Прошу еще раз поприветствовать Владимир Несмеленко, орган, Максим Шибин, гитара. Меня зовут Александр Зимин. Спасибо вам огромное, что вы все пришли. Спасибо. До новых встреч.